Уже совсем скоро мы закончим уборку силоса, а пока он ферментируется, есть время подумать о будущем и начать планирование кормозаготовки на следующий год. Это «Силосный ликбез», и сегодня мы поговорим о силосном конвейере. Понятие кормового конвейера в контексте силоса – это плановый, непрерывный и равномерный процесс заготовки с сохранением стабильности качества зеленой массы. Это вполне возможно на практике, если планирование заготовки будет осуществляться заблаговременно, с учетом перспектив дальнейшего развития хозяйства и подходить под его индивидуальные требования и условия производства. Идеальный сценарий разработки силосного конвейера можно разделить на два условных этапа – определение необходимых показателей силоса и последующее утверждение технологии возделывания кукурузы. На первом этапе необходимо определить общую потребность в кормах из кукурузы с учетом движения стада и распределением потребления по календарным срокам. Приоритетные показатели качества силоса – содержание СВ, крахмала, клетчатки, ее переваримости и прочие, которые вам необходимы. Ресурсный потенциал хозяйства для выращивания и заготовки необходимого объема кормов из кукурузы. Сюда включается количество техники, наличие и квалификация кадров, севооборот, техническое состояние хранилищ и агроклиматические условия хозяйства. Ключевым условием планирования на данном этапе будет конструктивный диалог специалистов по кормлению и выращиванию кормов, главной целью которого должно стать нахождение оптимального баланса между желаемым и возможным. Это позволит сделать процесс заготовки силоса управляемым и качество силоса постоянным и отвечающим именно вашим потребностям. При достаточно подробном планировании силосного конвейера на первом этапе второй этап заключается в утверждении технологии возделывания кукурузы на силос на основе заданных показателей урожайности и качества зеленой массы. Одной из важных частей этого этапа является подбор гибридного состава с необходимым потенциалом и характеристиками, отвечающими условиям хозяйства. По многолетним наблюдениям, набор из 3-5 гибридов с разными сроками созревания обеспечивает равномерное распределение нагрузки по времени при сохранении стабильности качества поступаемой зеленой массы. Компания Syngenta более 5 лет проводит профильные исследования качественных кормовых характеристик собственного портфеля гибридов кукурузы, и мы готовы представить вам лучшие гибридные решения для заготовки силоса. В первую очередь, это гибриды зонтичного бренда PowerCell, Sea New Top и Sea Cardona. Они способны удовлетворить требования самых притязательных специалистов по заготовке силоса за счет высокой урожайности и оптимального соотношения количества крахмала и переваримой клетчатки в зеленой массе. Это особенно важно для рационов высокоудойных коров, когда необходимо обеспечить полноценное усвоение насыщенного энергии корма без последствий для здоровья животного. Аналогичные результаты показывает гибрид Sea Invictus, который имеет также высокий результат по зерновой урожайности, поэтому подходит для заготовки не только силоса, но и плющеного зерна. В территориях с коротким вегетационным периодом отлично зарекомендовали себя гибриды Sea Talisman, Sea Abelardo, Sea Rotanga и Sea Teleas. Sea Talisman и Sea Abelardo ответят на ваши инвестиции в интенсивную технологию возделывания максимальным выходом сухого вещества с гектара. Sea Rotanga поможет в случае возникновения стрессовых условий на ранних этапах вегетации, сохраняя при этом высокий уровень переваримости и содержания крахмала. А Sea Teleas порадует своей уникальной универсальностью, что делает его лучшим гибридом для перехода от уборки на силос к уборке на зерно. Хозяйством в зонах недостаточной влагообеспеченности для создания силосного конвейера отлично подойдут гибриды Sea Chorintas, Sea Enermax, Sea Premio, относящиеся к бренду Artesian и отличающиеся повышенной стрессоустойчивостью. Интенсивные хозяйства по достоинству оценят потенциал гибрида Sea Scorpius, а если вам необходим неприхотливый гибрид, Sea Ozon будет лучшим вариантом. В категории позднеспелых гибридов Sea Minerva выгодно отличается своей облиственностью и выраженным эффектом стейгрин, а Sea Carioca – быстрым стартом на ранних этапах вегетации и превосходными результатами при выращивании на орошении, что способствует получению максимальной урожайности зеленой массы с высоким содержанием энергии. Правильный подбор гибридов для силосного конвейера – основа комфортной уборки кормов высокого качества и получения максимальной прибыли от вложений в производство вашего хозяйства. Не откладывайте планирование в долгий ящик, и да пребудет с вами силос!